кажется. Слушай, вот это что такое, не тутовник? Это нет, это Лёх, по-моему, карагачи. Просто такие. Просто мелкие. И он так как это, типа попали, да? Не, карагачи это. Ну тоже как ягодки какие-то, нет? Нет, нет. Просто дерево. Просто дерево. Ну у них как бы лист такой сладкий, животные любят его. Ага, ага. Карагач, как он. Нет, ну и древесина с карагача делают. Да, древесина. А летом с карагачей частенько бывает, что капает сладкая жидкость. Особенно на лобовуху накапает, как бы. Мошки, все, потом вообще нет. Мошки всякие. Не отмоешься. Любят сладенькое. Справа сейчас речку где-то можно встречать, Мы сейчас сближаемся с речкой. Слушай, Вась, ну прикольно, вот здесь, я говорю, вот я, ну, да и мы, наверное, первый раз едем. Не были мы тут ни разу. Блин, вот летом всегда что-то первый раз. Да, может быть, я по себе сужу, что там у нас поля, все. Стараются каждый клочок там. Столько воды в этой горной, представь. Да, такая вода. Так вот я говорю, прикинь, тут даже вот люди, кто в это там. Ну мы когда с Володей ездили с дядькой, на обратном пути остановились, после горячей палки остановились около речки, запикничили прямо из машины, кто хотел запикнуться, и домой поехали.